Добрый день, дорогие друзья. Приехала на дачу. У нас тут шумно делают дорогу. Набирают цвет нарциссы. Пролески отцветают уже. Примулы. Жимолость зазеленела. В теплице полно хвоща. Рукола такая подросла, салатики подросли, шпинат уж такой побольше стал. Редиска заметно выросла. Там видно, краснеет что-то. Смотрим, что выросло из огурцов и кабачков. Кабачков нет. Еще огурчики проросли дружно. Единичные не проросли. Тут тыквенные, тыквы и кабачки, арбузы не проросли. Огурчики на ранний урожай. Замульчировала почву, так как уезжала на 5 дней.